Уважаемые участники, мы начинаем торжественную церемонию вручения 8-й национальной ежегодной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». На сцену приглашаются заместитель министра транспорта Российской Федерации Кирилл Богданов и председатель жюри премии «Формула движения» Михаил Блинкин. Слово предоставляется Кириллу Богданову. Добрый вечер, уважаемый товарищ. Мне очень приятно быть сегодня на вот этой вот церемонии награждения. Как, наверное, уже не раз говорилось на транспортной неделе, транспорт в России – это и боль, и счастье, и успех. Хочу пожелать и поблагодарить даже всех, кто принимал участие в работе наших пленарных дискуссий, посетил нашу выставку. Думаю, что вам было интересно, многое для себя подчеркнули. И сегодня мы хотели бы, конечно, поздравить наиболее отличившихся наших коллег в преддверии Дня транспорта России. Спасибо. Благодарим вас, Кирилл Игоревич. Слово предоставляется Михаилу Блинкину. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот эта премия вручается ежегодно. Ее вручает абсолютно независимое жюри. И вот я, будучи председателем жюри, узнаю, кто сколько получил баллов из общей рассылки. Не было ни одного единогласного голосования, потому что много достойных участников, конкурсантов. Что значит много достойных участников, конкурсантов? Значит, отрасль живет. То есть по всем позициям, от больших инфраструктурных проектов до красивого там пиар-продвижения, все что угодно, перевозки, техника, цифровые решения. В отрасли много чего интересного происходит. И, соответственно, очень жесткая конкуренция на нашей этой самой замечательной премии «Движение». Теперь все, уже мы знаем результаты, выписаны грамоты, вот мы сейчас их вручим. И это очень приятный факт. Пожалуйста, давайте начинать. Благодарим вас, Михаил Яковлевич. В номинации «Лучший инфраструктурный проект» награждается государственная компания «Российские автомобильные дороги» с проектом строительства центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области ЦКАД. На сцену приглашается пресс-секретарь государственной компании «Российские автомобильные дороги» Татьяна Шадрина. Также в номинации «Лучший инфраструктурный проект» награждается АО «Международный аэропорт Шереметьево» с проектом «Комплексная модернизация аэропортовой инфраструктуры Международного аэропорта Шереметьево». На сцену приглашается начальник пресс-службы Международного аэропорта Шереметьево Роман Генис. В номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта» награждается АО «Центральная ППК» с проектом «Развитие пригородных перевозок и обновление подвижного состава в Курской области». На сцену приглашается генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.
номинации «Лучшие решения в области логистики» награждается АО «РЖД Логистика» за проект «Trans-Siberian Land Bridge». На сцену приглашается первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Олег Полеев. В номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» награждается ВГУП «Росморпорт» с проектом «Современный многофункциональный дизель-электрический ледокол» Виктор Черномырдин. На сцену приглашается помощник генерального директора ВГУП «Росморпорт» Владимир Штрамбранд. В номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта» награждается ГУП «Московский метрополитен» с проектом «Сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица FacePay». На сцену приглашаются заместитель начальника метрополитена по развитию Андрей Кошелев и директор по платежным сервисам Жанна Ермолина. В номинации «Лучшая пиар-активность» в текущем году награждается Госавтоинспекция МВД России совместно с ООО ДБО за федеральный проект «Детство безопасности». На сцену приглашается руководитель проекта «Детство безопасности» коммуникационного агентства ДБО Кристина Ляпистова. Благодарим участников. Церемония награждения премии «Формула движения» завершена.